Ребятусики, ребятусики, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Я вам уже говорил, что на моем канале появится новая рубрика. Она связана с тем, что очень много присылают разных предметов на определение подлинности и на продажу. Это монеты, марки, открытки, календарики, все возможные предметы, которые относятся к антиквариату. Так вот, эта рубрика будет в себя вмещать рассуждения, очень много смешных, казусных случаев, подделки, самоделки, браки, в общем, все, что связано с антикой. Я думаю, что эта рубрика очень интересна. Мы с вами будем, так сказать, вместе разбирать проблемные артефакты, которые мне присылают. И, конечно же, смешные истории, когда люди бьют себя в грудь и говорят, что, доказывая, что это монеты там оригинальные. Вот сегодня как раз я выложу два видео с примерными артефактами и с, скажем так, комментариями наших ребят, которые присылают это все и утверждают, что это говорят на белое, черное и наоборот. Ну все, друзьяки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. И самое главное, не забывайте заказывать рекламу на моем канале, потому что это путь куда? Вверх. Только вверх и вперед. С вами, как всегда, Мега Дэнди, перекупщик.